Остановка дачи 3. Сейчас мы видим люди, они стоят, ждут автобус. Отсюда до конечной одна остановка. Но двойной тариф не берется. Двойной тариф, мне сказали, берут с улицы Светлой. То есть там дети, которые садятся, чтобы влезть в автобус. У кого нет проездного, платят двойной тариф. Школьный автобус, по словам родителей и бабушек, которые провожают своих внуков-первоклассников, за учебный год этот ходил всего 1-2 месяца. Все остальное время дети впихиваются в автобус, чтобы добраться до учебного заведения. Но в основном это ученики лицея номер 3.